Ребят, всем привет! Привет! Сегодня очередная распаковка от китайских подписчиков. Сегодня три огромных посылки. С нами сегодня мама распаковывает. Мама, ты где там? Мама спряталась. По старой традиции разыграем. Кто открывает, и тот, кто открывает, он выбирает, какую коробочку открываем. Ножницы, бумага и колодец. Раз, два, три. Вместе упали, значит, я выиграла. На. Ладно, Вероника выиграла, открывает первый подарок. Папа Пусанка, Ника, так, хай. Что же там, что же там, что же там? Аккуратненько, потихонечку. Это моя любимая штука, она есть, дед. Я мечтала о такой штуке. А что такое? А что такое, Вероника спрашивает? Полина видео, да, такое. Не в магазине, а у Макс Май есть такая же, прямо такая же, притакая. Да ты что? А это что такое? Здесь есть. Это пульт управления. Какие-то часы. Мне кажется, это пульт управления. Да что это такое вообще? Расскажите. Покажите ребятам-то, расскажите, что это такое-то. Что, коробка вообще прям огонь, да? И, собственно, милашка. Вот он непосредственно сам. Упсель. Ну да. Нет, все правильно. Он, видимо, когда включится, он примагнитится к нему и будет кататься. Аккуратно. Так, это платформа заряжать, это сам моторчик, который вот именно передвигается. Так. А этот голова. А это пульт управления. Что это такое? Это что такое? Вау, это какое. На руку это управлять. Это пульт управления сделано очень красиво. Как тебе понравилось? Здесь так пошарпано, немножко, так все. Да? Так, я предлагаю включиться после того, как мы установим приложение и подключим это устройство. Скачиваем приложение BB8. Делаем все по инструкции. Инструкция такая. Поставить платформу в зарядное устройство, то есть ее подключить именно к зарядному устройству. Положить шар вот этот непосредственно на в платформу, да, и голову. Оп, оп, на Веронику такой. И оп, оп, смотри, смотри. Он разглядывается. Кто здесь? Кто здесь? И что это? Может, он мало подзарядился? Короче, у нас проблемы с соединением. Ой. Я что-то вот тут упал. Это ты. Развернулся на нас. Ой. Он на тебя посмотрел. Типа, что ты меня трогаешь? Не трогай меня. Обновляем приложение. Наконец-то у нас получилось соединить приложение с этим нашим роботом. И дальше здесь идет выбор. Вот можно использовать его с пультом. Пульт у нас есть. Да, давайте, ну, давай. Да, с пультом. Ну, давай с пультом. Набираем пульт. Buy now. Есть. Не так все просто. Нужно скачать приложение специальное. Упси. Которое работает с этим. Часами. Да, с этими часами, так скажем. Так, ну ждем-с. Ждем-с. Столько приложений с этим роботом. Биби. Запустилось какое-то видео с этими часами. Все обновилось. А, ты управляешь. Да. Поняла? Никусь. В общем, в телефоне управляешь дроном этим. Давай, нажимай Next. Next. И можешь поуправлять им. Только смотри, чтобы со стола. Со стола только не упади. По столу покатайся. Привет, папа. Давай, Вероничка. Привет, папа, не упал. Я, да, осторожно, чтобы со стола не упал. Привет, Ань. Ага. Привет, я что-то это не толстый.
общем, разобрались, дошли до управления. Здесь вот такое вот управление. И есть всякие вот различные движения. А, типа, да-да-да. Так, это... Нет. Так, это что такое? Непонятно. Такой, типа, что-то ищет, что-то такое, суетится. Ищет что-то. Да. Девчонки, как вам подарок? Очень крутой. Мне понравилось, как он там бегал. Подарок крутой. Им на самом деле наиграться сложно быстро, поэтому мы его пока оставили, пускай заряжается. И приступаем к следующему подарку. Как молодец, ты? Вероничка уступила Полине открывать. Давай, Полина, открывай. Одним движением Полина. Эй! Вторым движением. Эй! И глаз выпал. У Вероники, ну. Так, не подглядывать. Не подглядывать. Что там? Вау! Вот это должно быть крутя. Вау! Ну он такой! Настольная игра! Раз настольная игра! Два настольная игра! Три настольные игры! Так, мне интересует, что в этой коробке. Мы сказали три настольные игры, но какая здесь еще одна игра? Мы никому не сказали. Ника, помогай, открывай. Маленечко подмяли ее. Я уже знаю, какая! Футбол! Это игра моего детства. Обожаю ее. А это? Как это называется, Полиночка? Я не знаю, ну... Это аэро... Хоккей. Я вас хочу разочаровать, здесь надо тоже прикручивать, подключать все, поэтому... Так как у нас нету батареек, мама пошла за батарейками, мы решили открыть новый подарок, новую игру. Бильярд. Смотрите, какие эти... Как называется? Я не знаю. Кий. Кий? Кий. Открывай, Полюш. Здесь аккуратно, здесь, наверное... А нет, вон там шары. Так, здесь тоже, как во всей нормальной игре, нужно что-то прикрутить, привинтить, батареи. Нету батареек. Но здесь нету батареек, окей. Не нужно батарейки. Да, вау, посмотри, смотри. О, какие они пирожки. Ну, они такие клевые. Они правда такие. Подождите, блин, я не могу сказать. Щеточка, чтобы... А это что такое? О, это, слушайте, развивалку вам положили. Развивалочку. Так. Это тебе скоро понадобится. Девчонки, подождите, сейчас я прикручу ноги, и мы продолжим, окей? Ноги надо прикрутить. Хорошо. Вот такой у нас стол получился. Кий, держи. Можно помелить. Эта штука должна стоять вот здесь вот. Выставляем шары. Так вот, чик, чтобы они у нас ровненько были. Оп. Убираем в сторону. Ставим его сюда и, подожди, вот так ставим руку и вот так вот. Вот, давай. И бей. Бах, поле очень. Надо бить именно только белым. По белому. Сейчас бей по белому, и чтобы закатить ее в лузу. Маленечко надо под углом, вот сюда вот, мне кажется, дочь. Вот так, чуть-чуть. Зайди, чуть-чуть. Ага, давай. Опа, забила белый. Но по правилам белый забивать нельзя, поэтому штрафной тебе, выставляем его. Опять Ника бьет. Давай. Бах, поле бьет. По белому. Давай, попробуй фиолетовый загнать. Вот. Ника, давай, Ника. Не, по белому, вот сюда вставай. Давай. Так, приметиться, обязательно приметиться надо. Все! Вот, Поля молодец. Поля только шары не трогает. Вот! Давай. Приметиться обязательно. Вот так поставь по руку поближе. Давай! Один уронила на пол. Белый закатила. Супер мама сходила за батарейками в магазин. И игра состоится.
выставляем шайбу на центр. И на счет раз, два, три. Начали. Ой-ой-ой. Битва не на шутку. Тебе один. Один. Дальше. Погнали. Сразу, что ли? Так, Поля, подожди. Погнали, погнали. Давай. Давай, давай. Давай, давай, давай. Так, руку не подключаем, вторую, Ника в букву. Так, так, сейчас, мне кажется, Ника сама себе подъедет. Киса вообще не понимает, что происходит здесь? Почему так шумно? Я всю ночь гуляла и не выспалась. Чего вы шумите? Так, ну что, давай. Ладно, ладно, нет, нет, ничего, ничего. Девчули, как вам подарок? Очень классно. Так, от хоккея переходим к футболу. Так, и здесь надо тоже собираться. Надо. Да, да, да. Где поле? Где поле? Так, вот оно поле. Сейчас, ребята, включимся после сборки. Что это? Ника? Шашлыки! Нет, какие это шашлыки? Это футболисты, блин. Мангал, да? А это мангал, да? Да. Вы что, есть хотите уже? Да. Каждый управляет своей ручкой. Задача забить гол противнику. Окей, понятно? Судья сбрасывает мяч. Приготовились? Да. Ника не готова. Ника, вот этих держи, вот эти. Вообще, ку-ку. Давай. Так, ты готовься сразу. Руку сюда, одну туда. Все, чтобы сразу забить гол ей. Вот сюда. Забивай. Вот сюда, ты должна сюда. Сюда. Забить. Ты тоже сюда, понятно? Поле сюда. Я ждал реакции, понятно, непонятно. Так, раз, два, три, погнали! Погнали, мам, держи стол. Это я забила! Это я забила! Пробка. Молодец, дай пятюлю. Оба, забила. Мам, держи стол. Тихо, не кричи только. Иди. Давай, мама. Не уходи от меня. Мячик! Мячик! Вратарь! Вратарь забил гол! Это я забила себе! Как забила? Она! Ой, господи, понятно. Поиграли в каждую из игр и приступили к следующему подарку. Это последний на сегодняшний день подарок. Начинаем? Да. Камень, ножницы, бумага и колодец. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага и колодец. Раз, два, три. Поля выиграл. Начинаем. Здесь, мне кажется, не менее крутой подарок. На коробке логотип Xiaomi. Что это? Что там? Что там? Что там? Что? Что там? Это что это такое? Это что за покемон? Давайте открываем. Это конструктор, мне кажется. Бах. Вау, как красиво, посмотрите. Что это такое? Что это? Вау! Это, ребята, конструктор. Краткий обзор этого подарка. Крутой подарок, на самом деле. То есть не просто Лего конструктор, а Лего. Будет двигаться сам. Да, вот это моторчики. Вот, судя по всему, вот так он и ставится. Сюда накручиваются колеса, устанавливаются там крылья и так далее. И можно собрать, ну, как минимум два. Робота. Два робота. Ну что, девчонки, готовы? Да! Сегодня мы соберем с вами робота динозавра. Вот так у нас пока. Прошло полчаса. Не сильно-то вы сдвинулись. Сколько уже? 20 стали. Ой, я не могу. Ребята, торжественный момент. Соединяем два наших колеса между собой. Бах! Все.
Вот что у нас получилось. Прошло, ребята, 2 часа, наверное, если не больше. У нас получилось ноги, кабина с руками. Ну-ка, руками пошевели. Чик-чик-чик, кабина открывается, чик-чик. Ой, упс. Девчонки, вы будете помогать нам или нет, а? Нет. Девчонки уже отвалились. Ну что, ребята, собрали мы нашего робота, собирали мы целый день, потратили целое воскресенье, целый выходной наш. Девчонки вначале пособирали, но, как выяснилось, им стало скучно, и вы ушли своими делами заниматься, да. Правильно? А он уже собран. Ребята, смотрите. С мамой мы, смотрите, прособирали вот такого робота, обзор. Смотрите, какой робот получился. Вот тут. Он вот, смотрите, на подставочке стоит. Да. Если ее убрать, подожди, не кусь, подожди. Если ее убрать, то вот он, собственно, падает, как бы, вот, все. Давай, ставь обратно подставочку нашу. Вот это можно открывать. Да. Вот так. Да, да, да. И вот здесь это вот так. Кабина. Вот да, это. Здесь открывать, чтобы включить нашего робота включить. Вот здесь такая кнопочка, пальчиком я не дотянусь. Вот, поэтому... И закрываем. Закрываем, все. На телефон нужно было установить приложение. Приложение называется вот такой вот смешной какой-то... Мордочка такая смешная, так. И сделать коннект. То есть соединяется это все дело по Bluetooth. Работает по такому принципу, как гироскутер. Угу. Именно с этим, который с балансировкой идет. Я, короче, не знаю, как это правильно называется. Первый режим, это получается задать траекторию ему. И он запускаем, и он будет ездить по этой траектории. Также можно обычное управление. Скорость маленькая. Отпустили, он стоит на месте и подруливает. Так, есть кнопочка здесь. Стрельба. Он издает еле слышный такой, да? Вот, еще раз подведи поближе камеру. То есть... Как стреляет пулемет, да? И может разворачиваться джойстик влево-вправо. Еще вот прикол в том, что если он найдет какую-то преграду, да, он сразу же отъезжает назад, начинает балансировать. Если... Подожди, сейчас попробуем сзади. Ага, сзади тоже, если его там подталкиваешь, он реагирует и отъезжает туда. В общем, робот крутой, игрушка на самом деле не дешевая, очень крутая. Девчонки, как вам 2-3 слова? Очень классная игрушка. Но вы немного поиграли, потому что мы ее в воскресенье собрали. Мне самое главное, что мне нравится, что он стоит на 2 колесах. Это вообще какая-то инновация, это вообще круто, я считаю. А мне нравится, что он такой большой, и он прямо стоит на 2 колесах. Я не знаю, как он может так стоять. Вся пластмасса качественная, мы собирали, ни одну детальку не сломали. И он прямо похож на робота настоящего. Все, девчата, я предлагаю выставить наши все игрушки на стол и закончить видео. Да. Все, девчонки, выставили все игрушки на стол. 5 игрушек. 5 игрушек. Это было что-то круто. И причем за такие крутые выходной. Подарки. Да. За один выходной. Я хочу сказать большое спасибо нашим подписчикам. Мы очень благодарны им. 2 дня распаковывали эти подарки, собирали эти игрушки, играли. В общем, спасибо вам большое. И я надеюсь, это видео вам понравилось. Поставьте палец вверх, если оно нравится большой вам. Большой палец вверх. И мне хочется, чтобы девчонки какие-то, может быть, слова сказали. Мне очень понравилось вот этот робот. А, кстати, колёс. Что больше всего понравилось? Мне вот это нравится. Вот это, да? Да, BB-8. И вот это, да? И вот этот робот еще мне все понравилось. А вы визжали вот от этих игр не меньше, я вам скажу. Да. Столько визгу было вот от этого, и вот от этого тоже, кстати, было. А это так вообще, тут у тебя язык прям на бок лежал. Он мне очень понравился. А это мама нам подарили, да, получается? Мы с тобой очень хорошо провели воскресенье. Мы уже под конец устали, уже достали шампанское, сели и собирали, потому что наш был квест собрать его до конца и уже запустить его, как он, собственно, катается. И давайте по-китайски что-нибудь скажите и заканчиваем. 谢谢大家，我们很喜欢这个全部礼物。谢谢大家，这玩具很好。
然后我最的最最喜欢的玩具是这个，然后我就是想每天每天跟这个玩。Ну все, ребята, если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, подписываемся на наш канал и всем пока!